Дорогие друзья, вот после съемки передачи, которая, надеюсь, вам понравится, хочу за кадром рассказать, что происходило. Съемка проходила долго, и мы готовились к ней тоже долго. Но когда мы пришли к пункту, где дьявол ненавидит народ Божий, Израиль, я вам скажу, вдруг ниоткуда начались строительные работы за этой стенкой, за вот то, что там происходит. И мы в течение долгого времени пытались концентрироваться, мы молились. И знаете, это показало мне, что в жизни людей, особенно тех, кто любит Израиль, кто верит в предназначение Израиля, кто верит, что мы одно тело в Мессии и молится за Израиль. Знаете, приходят такие времена, где дьявол просто хочет отобрать или убрать твой фокус, взять твое внимание куда-то на другое место, и ты теряешься в пространстве. Нужно время, чтобы восстановиться. И знаете, я для себя понял, что внешние эти события, то, что происходит за стенкой где-то то, что мы не видим, вдруг оно отвлекает нас от самой цели – сказать о том, что нужно молиться за Израиль. За то, что у меня болит сердце. Если вы хотите победу, не обращайте на шум врага. Сконцентрируйтесь на Бога. Подайте все ваше сердце в отношении с Богом и ищите этого времени. Я понял, что немного молитвы, немного терпения, и мы закончим эту передачу. И я хочу рассказать еще раз. Это была вражеская атака в нашу сторону, и я прошу вас. Молитесь всегда за Израиль и говорите: Бог благ. Антисемитизм – это чувство, которое враг хочет возбудить в человечестве против нашего народа.